Итак, вчера говорил, что видео запишу, как приобрести Diablo 4 в России. Вот сейчас, собственно говоря, это и делаю. То есть сам живу в Питере, да, при том, вот у меня Diablo 4 все спокойно отображается. Ну, Diablo 4 сама недоступна, потому что она когда там 6 июня релизится. А, бета, пожалуйста, вот Play, все есть. То есть ролик перед этим, как раз где я играю в Diablo. То есть в российском аккаунте у вас даже отображаться не будет. То есть даже Diablo 4 просто не будет. А в самой игре вообще такой надписи даже. Для этого просто создаете аккаунт нормальной страны. То есть, ну, у меня, например, немецкий аккаунт. Вот, то есть на Германию аккаунт создаете просто в браузере, как всегда. Там даже VPN не нужен. То есть просто создаете немецкий аккаунт. И у вас в этом немецком аккаунте потом будет Diablo. То есть, пожалуйста, Diablo 4 бета, она бесплатная, то есть всем доступна. Diablo 4, видите, она у меня тоже есть. То есть мне ее не покупать надо, она у меня есть. Как приобретается, видите, вы купили эту игру. То есть как приобретается? Через FP или через другой любой источник. Ну, я через FP, да, это делал. Просто обращайтесь и либо гифт-кардами, сколько там, 69 евро, да, ну 70 евро самая дешевая версия, ну у меня стандартная, там получается по, сколько там, по 50 и по 20 евро, да, гифт-карды, ну либо можно подарком, то есть я подарком, у меня чел там трое суток назад добавился в друзья, и через трое суток он мне прислал, соответственно, подарком эту игру. Вот так вот все это происходит. То есть очень просто, да, на самом деле там ни VPN, как я сказал, ничего, ни костылей, там ничего не надо. То есть вот, пожалуйста. Надо просто аккаунт зарегать через другую страну, европейскую. Ну, там даже номер привязывать не надо. То есть номер надо, чтобы пароль восстанавливать. То есть я, соответственно, и номер никакой не привязывал. И все очень просто, можете играть. Ну, в бету вы и так можете, там, сейчас 25-е, да, 18:38, ну, еще сутки можно поиграть в бету. А сама Diablo 4, соответственно, 6 июня, ну да, 6-6 вот написано. Может быть, к тому времени уже можно будет и так, может, санкции ослабят к тому времени, я не знаю. Но мне вот надо было все и сразу, да, то есть я предзаказ оформил, мне просто чел подарком скинул. Как-то так. То есть все очень просто. Ну, если вопросы будут, там в описании к ролику напишите. В принципе, так все очень просто.